Шеф-повар Максим Григорьев. Блинчики с мясом и сыром в хрустящей панировке. Обычное блюдо, которым никого не удивишь, блинчики с мясом. Но я их немножко по-другому подала. Начинка не фарш, а обжаренные вместе с луком кусочки мяса, свежая зелень и перетертый сыр. Получились немножко необычно, очень вкусно и намного сытнее, чем блинчики с фаршем. Но самое вкусное в этих блинчиках – это панировка. Блинчики, прежде чем их обжарить, обваливаются в яйце, а потом в сухарях. Приготовленные таким образом блинчики получились невероятно хрустящими, аппетитными. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты – блины. Масло подсолнечное рафинированное 30 мл. Мука пшеничная 3 ст. Сахар 1,5 столовых ложек. Соль 1,5 чайных ложек. Сыворотка 800 мл. Яйца куриные 3 штуки. Ингредиенты начинка. Масло подсолнечное рафинированное 30 мл. Мука пшеничная 3 ст. Сахар 1,5 столовых ложек. Соль 1,5 чайных ложек. Сыворотка 800 мл. Яйца куриные 3 штуки. Говядина мякоть 100 грамм. Кинза свежая 5 веточек. Начинка. Лук репчатый 1 штука. Соль 1 чайная ложка. Сыр Гауда 50 г. Ингредиенты, панировка. Масло подсолнечное рафинированное 30 мл. Мука пшеничная 3 ст. Сахар 1,5 столовых ложек. Соль 1,5 чайных ложек. Сыворотка 800 мл. Яйца куриные 3 штуки. Говядина мякоть 100 грамм. Кинза свежая 5 веточек. Панировка. Лук репчатый 1 штука. Соль 1 чайная ложка. Сыр Гауда 50 грамм. Панировочные сухари 5 столовых ложек. Яйца куриные 1 штука. Шаг 1. Для приготовления этого блюда нужно взять блины, сыр, мясо, яйцо и сухари панировочные. Шаг 2. Блинчики я готовила вот по этому рецепту, блинчики на сыворотке. Шаг 3. Готовим начинку. Мясо нарезать на маленькие, но не мелкие, кубики. Шаг 4. В посуду положить 1 столовую ложку масла и слегка обжарить кусочки мяса, но не пересушите. Затем добавить нарезанный лук к мясу, положить еще 1 столовую ложку масла и обжарить на среднем огне, пока лук не смягчится. Добавить в конце соль и специи, черный перец молотый и паприку сладкую. Шаг 5. Влить воду и, прикрыв крышкой, тушить на среднем огне до готовности. К концу жидкость должна полностью выкипеть. Опять-таки, не пересушите. Шаг 6. Добавить к мясу свежую зелень. У меня кинза, можно петрушку или укроп. Перемешать. Шаг 7. На край блина выложить ложкой начинку. Сверху протереть сыр. Шаг 8. Завернуть блинчики. Шаг 9. Для панировки на плоскую тарелку высыпать сухари, в глубокой тарелке слегка взболтать яйцо. Шаг 10. Окунать блинчики сначала в яйцо. Шаг 11. Потом в сухари. Шаг 12. Положить блинчики в разогретое масло и на среднем огне жарить их с двух сторон. Шаг 13. Выкладывать их на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир. Блинчики в хрустящей панировке готовы. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.